Микрорайон Кошлев по численности населения вполне может считаться небольшим, но весьма уютным городом. За 5 лет стройки почти 50 тысяч самарцев заехали в новые квартиры. Праздник в честь первого юбилея продолжался весь день. Днем десятки развлекательных площадок, детский городок, байк-шоу, парад колясок и, конечно, традиционный конкурс на лучшее украшение балкона. Ну а вечернее шоу-программа собрала более 70 тысяч самарцев со всего города. Таких праздников, я думаю, нигде в Самаре никто не делает. Особенно каждые праздники здесь отмечаем. Любые масленицы, что бы ни было. И отмечаем очень круто. Свой первый день рождения микрорайон Кошлев отмечает весело и масштабно. Такое ощущение, что здесь собрался весь город. Ярмарка, призы, игры, конкурсы и невероятная шоу-программа. Поздравить именинников приехали знаменитые гости. Это группа «Нана» и Полина Гагарина. Со сцены было зачитано поздравление министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня в адрес, далее цитата, «одного из лучших микрорайонов России». Ну а самого Владимира Кошлева горожане встретили овациями. Дальше мы будем расти, развиваться. Мы любим вас. Огромное вам спасибо и всех с праздником. С днем рождения, Кошлев! Юлия Черняева, Максим Гусев. События.